Вентиляционные выходы польской торговой марки Верпласт – наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход Universal с электродвигателем разработан для обеспечения интенсивного воздухообмена в помещениях домов с крышами из большинства кровельных материалов – металлочерепица, композитная черепица, профнастил и другие. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухня, ванная, прачечная, спортзал и даже баня. Обладает большой производительностью, к примеру, ванную комнату площадью 12 квадратных метров проветрит за 6 минут. Вентиляционный выход имеет высокий класс энергоэффективности, потребляет всего 24 Вт в час, что делает его экономически выгодным. Электровентилятор практически бесшумный, не будет отвлекать от принятия расслабляющей ванны, также не помешает при приготовлении блюд для уютного семейного ужина и является отличной альтернативой шумной кухонной вытяжке. Вентиляционный выход Universal K44 состоит из небольшой трубы с электродвигателем диаметром 110 мм, проходного элемента основания, резинового фланца, гибкой соединительной трубы RuraFlex. Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Большим преимуществом электровентилятора Universal является низкий уровень шума, высокий показатель уровня надежности и мощности от немецкого электродвигателя EBM. Ведь такой двигатель прослужит много лет. Для подключения электровентилятора необходима стандартная сеть 220 вольт. На максимальной мощности при 2800 оборотах в минуту электрический вентилятор Universal проветривает до 305 кубических метров в час. По желанию интенсивность вентиляции можно плавно корректировать с помощью регулятора скорости, обеспечивая при этом еще меньшее энергопотребление за счет уменьшения количества оборотов. Кабель электродвигателя надежно защищен от повреждений, поскольку он спрятан внутри вентиляционного канала. Его можно вывести как на кнопочные выключатели, так и на диммеры регуляторы мощности на кухне или другом проветриваемом помещении. Специально разработанный проходной элемент позволяет устанавливать вентиляционный выход Universal на уже смонтированную металлочерепицу, композитную черепицу, профнастил и другие. Проходной элемент вентиляционного выхода Universal состоит из двух компонентов – резинового фланца и основания. В основе специального резинового фланца встроена прочная алюминиевая лента. Благодаря этому фланец повторяет контуры черепицы любой формы. Под воздействием ветровых и снеговых нагрузок крыша пребывает в движении. Чтобы не нарушать гидроизоляцию вентиляционного выхода с вентиляционной трубой, используют гибкую соединительную трубу RuraFlex. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона. Устанавливается в любом месте на кровле с уклоном от 5 до 45 градусов, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху, насыщенному водными парами, свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Такие вентвыходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферным и механическим воздействием и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. Цветовая гамма вентиляционных выходов с электродвигателем Universal представлена самыми популярными цветами. Черный, серо-коричневый, медно-коричневый, графитовый, черно-серый, хромово-зеленый, серый, коричневый, глиняный коричневый, красный. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей кровли. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. Вентиляционные выходы Universal оснащены специальным вмонтированным спиртовым уровнем Wasserwagen. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможна даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит труба с колпаком со встроенным электродвигателем, проходной элемент основания, резиновый фланец, гибкая соединительная труба RuraFlex, саморезы.